Всем привет, очередная распаковка на канале, давно их не было. Заказ сделал на сайте AliExpress в преддверии распродажи 11.11, а конкретно 2 ноября. Распаковываем, смотрим, что это. Так, а это у нас новая достаточно модель телефона Xiaomi 12T Pro. Что примечательно? Примечательно это его цена. В магазинах на рынке России он продается в версии 8.56 в районе 55 тысяч рублей стоит. На сайте AliExpress на распродаже мне удалось его купить по самой низкой цене, которая была за версию в черном цвете. Конкретно это было 2 ноября. И встал он мне в 31 650 рублей с доставкой. Была еще версия в синем цвете. Она стоила даже дешевле. Что-то порядка там 3800. Это крайне хорошая цена для данного телефона. По той цене, которую его продают в России, брать его не имеет никакого смысла. Так, сейчас пробежимся быстро по комплектации. Здесь все стандартно. Версия глобальная. Так, чехол идет силиконовый, кстати, с большим достаточным бортом, потому что на телефоне установлена камера в 200 мегапикселей. И чтобы это все защищать, ну, борт достаточно такой неплохой. Ну, при этом самый такой дешманский силиконовый чехол буквально на первое время. Так, и идет скрепка в комплекте. Есть. Сам телефон достаточно тонкий. Сейчас я вам покажу сразу полностью комплект. Что плюсом является, как у предыдущей модели 11T Pro, тоже идет блок на 120 Вт. А он даже, по-моему, чуть потяжелее этого блока, который был в прошлом году. И толстый-толстый кабель, чтобы прокачивать. Ну, кабель, кстати, обычный, стандартный, Type-C на USB-A. Вот, так, что мы видим по телефону? Так, краткие характеристики, 200 мегапикселей камера. Кстати, обратите внимание, написано полностью на русском языке. Флагманский процессор, зарядка и хороший AMOLED-экран. Так, попробую включить, если он... Не разряжен в ноль. Нет, пошло включение. Так, в черном цвете смотрится очень неплохо. Черный мат. Сделаю подробный обзор на него. Сравнение с 11T Pro. Посмотрю, что тут по камере. И вообще есть смысл брать его сейчас, либо дождаться все-таки, когда цены еще упадут. Вот, пока это такая быстрая распаковка, перейду к настройке. Уже вижу, что дисплей по четкости лучше, чем на предыдущей модели. Но все расскажу подробно в сравнении. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.